Банде Гуру Пададандам Бхактавиндасаманнитам Си Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда 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 Банде Радхика Чаруно Дайам Гопиджано Самаюктам Биндаванам Манухар Банша Калпатару Вешакипасинду Бхабаджа Патитананг Павуне Бхавишнабхибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангунг Ланхетгирин Яткипатам Ахангабанди Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидевай Пиявай Кесавасача Шна Бхакти Паде Деви Сатто Баттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Нарун Чайва Нараттама Девин Сарасватин Весам Тато Джайо Мудира Санкиртане Кришна Катхопадеш Гаурия Патрасу Пракасане Ча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагодварана Дхейям Сада Парибхавагнам Абишта Духам Титас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Виттатихам Панатопалла Бхавадипутам Банде Махапурусате Чарунарвиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Биспуржито Гимапигабабадушвадарши Пурнанурагура Сосагура Сарумурти Сарадхикамай Кадакипанкаруш Сри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Си Кришна Чайтанна Бхавунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджану Ламмита Бхуджау Канака Бодату Шанкиртанай Кабитару Камала Ятакшу Вишамбару Диджабару Джугодхар Мапалу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сураир Бандито Дипарупам Бхуктин ча муктин ча дадасинитам Бхавану рупена сада наранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара вибуши твабам бхагам Нараяно прияманангу мадапахарам Варанаси Пурапати Бхаджавишанатам Вагиша Джоша Бхадане Лакшмир Джоша Чавакшаси Джасьясте Хидая Самбит Твам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама.
Gyananishto Viroktova Madhbhaktova Anapekshakaha Salanga Salinganam Asramam Stakta Charet Abhidigochara Gyananishto Viroktova Madhbhaktova Anapekshakaha Salinganam Asramam Stakta Charet Abhidigochara Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada. Gautam Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru сказал. They are not going to allow them to flow in the general current of conception of this general this society. Paramahamsa Guru Vaishnava не проникаются идеями общества, то есть они не вовлекаются в них. Парамахамса Джагадгуру said that those who are Парамахамса Гуру Вишна, surely they are not going to allow them to flow in the general current of conception of this society. In this 14 world, in this infinity world, they are not feeling any attraction for any object in this material world. Саду не испытывает влечения ни к одному объекту материального мира. Парамахамса Гуру и Вайшнавы ничто не может привлечь Парамахамса Вайшнава в материальном мире. Он испытывает лишь влечение к лотосным стопам Бхагавана. We cannot find any lucrative object in their life. Nothing. Поэтому мы, поэтому их не окружают. Поэтому attention unto lotus feet of Bhagavan. All the time they are thinking of us. Чистые преданные всегда думают о лотосных стопах Господа. They are feeling attraction or sometimes repulsion. It's a must. They cannot go out. Люди, живые существа, постоянно испытывают то влечение к материальному миру, то отвращение. Matter and chitta, both one kind of, both title, only title given by Mahadev, nothing else. But for infinity period, matter, mind, chitta, материя, ум, читта, сознание вместе объединены, но объединены они Майей. Дживатма не помнит о Кришне с незапамятных времен. Татастха с точки зрения физики. In physics, there is one standard. In Kelvin scale, there is one standard. По измерениям Кальвина. It is called ideal gas. Есть термин. Идеальный газ. Is one kind of standard on the basis of which we calculate. But ideal gas is not there. На основе которого ведутся подсчеты. Но здесь, в этом мире, его нет. Но ученые принимают идеальный газ как систему исчисления. Если я скажу, что ноль имеет большое значение, вы опровергнете мою теорию. На самом деле, ноль — это не пустота, это то есть без нуля невозможно, не будет существовать и последующее исчисление. Ноль — это основа всего. But there is one marginal point which you think
its standard. Just this side you could come, marginal point, then you can come into bondage, you can start doing seva of Maya, and slide that side, then you can go to Vaikuntha heaven. In between there is one marginal point. Actually, Tatastha, Jivas are Tatastha Shakti. Джива является татастха шакти. В материальном мире нет. Территории татастха. Когда обусловленная душа видит материю, она испытывает влечение к ней. Она тянет ее к себе, притягивает. Дживатма сама не дает себе отчета, почему так происходит. Но это не касается Парамахамса Гуру и Вайшнавов. Они, их даршан абсолютно другой. Они постоянно думают о лотосных стопах Бхагавана. Я говорю о наших вайшнавах. Шукадев Госвами также является Парамахамса Вайшнавом. Даже Парамахамса имеет степени. Так же, как Канишха Адхикари имеет три степени, Мадхи Мадхикари и Ута Мадхикари имеют каждый уровень имеет три степени. Кто такой Канишха Адхикари? Это тот, кто проявляет интерес к Арчане. По наставлению Гуру Вайшнава он поклоняется Божеству. Но у него нет ясного понимания Вайшнава Таттвы. Под руководством Гуру и Вайшнавов они, казалось бы, и совершают практику, но у них нет ясного понимания, кто такие Гуру и Вайшнавы. Вайшнав мы можем применять, начиная с категории Мадхи-Мадхикари. То есть определение вайшнав. Канишха Адхикари еще вайшнав не является, поскольку это начальная степень, когда бхакта лишь совершает свои усилия. В этой шлоке описывается уровень Мадхи-Мадхикари, Ишваре. Он обладает любовь к Верховному Господу. Они дружат с вайшнавами, подобными себе, и проявляют милость к невинным. Ishware tadadineshu valisheshu disasucha, those who have some enmity, those who hate, have some jealousy, practically you can try to apply in your life, not that philosophy you have. You can try to understand whenever you meet with one sadhu, wherever you have heard before about one sadhu, you can try to calculate their standard. Otherwise, practical no application means useless.
Тот, кто испытывает зависть, враждебность, Мадхи Мавайшнав с такими людьми ведет себя должным образом. К Ишваре они испытывают любовь. К преданным Бхагавана, с преданным Бхагаваном он дружит. А по отношению к невежественным он проявляет милость. Он знает, что они не видят и пытаются дать им зрение. А к тем, кто настроен против гуру и вайшнавов, тех, кто настроен против, он пытается избегать, старается избегать. Парамахамса вайшнав же, вайшнав высшей категории, не сходит до уровня Мадхи-Мадхи-Кари. Парамхамса Вайшнав находится на высочайшем уровне, с которого невозможно войти в общение с падшими дживами. Как, например, Прабхупада. Прабхупада выше Парамахамса. Он выше Парамахамса среди Парамахамс. Но он осознанно не зашел сюда, в материальный мир, для того, до определенного уровня, для того, чтобы войти в контакт с нами, для того, чтобы осуществлять проповедь и помогать обусловленным дживам. Если бы он не снизошел до этого уровня, он не смог бы нам помочь. Существуют и другие виды парамахамс. Брахмаништхи также являются парамахамсами. Хамса, лебедь, может отделить молоко от воды, как мы говорили вчера. Бхагаван объясняет, именно в такой форме я предстал, в форме лебеди я предстал Читуршанам для того, чтобы показать ему, что атма отдельно от четана. То есть атма отдельно от эго, от материи. Итак, Парамахамса имеет несколько категорий, однако Парамахамса Вайшнав не может не сравниться ни с кем. К примеру, Шукадев Госвами с самого своего рождения он уже был Парамахамсой. Ему не пришлось совершать духовную практику для того, чтобы достигнуть этого уровня. Нет. Даже родившись в этом мире, он не соприкасался с материей и оставался абсолютно безразличным к ней. Прежде он совершал баджан экакшак браман. Он сам об этом сказал, это не я придумал. Шукадев Госвами сказал. Сначала я был
сосредоточен на Брахме, но затем испытал настоящее влечение к Верховному Господу, к Верховной Личности Бога. Сарвамба Бхаттачарья 8 или 9 видов с разных точек зрения обсуждает этот момент. Махапрабху с 18 точек, то есть с 18 пунктов. Когда Санатана Шикша практически подошла к концу, она продолжалась на протяжении долгого времени, то есть Махапрабху долгое время дал наставление Санатане Госвами, и по ее окончанию Санатана Госвами спросил. Я слышал, что одну шлоку ты объяснил 18 способами. И я хотел бы услышать это напрямую от тебя. В то время еще не было рекордеров, не было возможности записать. Хорошо, сказал Махапрабху, я постараюсь. Ты чистый и преданный, и это вдохновляет меня, когда... Вот я, например, не могу говорить перед материалистами. У меня сразу же не идет, то есть нет возможности говорить. Я не испытываю вдохновения. А Махапрабху сказал Санатане Госвами, поскольку ты выдающийся вайшнав, я постараюсь сказать то, что ты хочешь услышать. By your association, there is a flow of meaning. And I can go on meaning, write meaning so much by your association. Tomar shangol gune, big boy. Tomar shangol gune othe orthe torongo. In a wave coming of different meaning by in your association. В своем общении, в обществе. Anyway, вдохновение, разные значения этой шлоки просыпаются во мне словно волны. Когда Вьясадев Госвами просил Шукадева вернуться, он прекрасно понимал, что Шукадев Госвами является чистым преданным. That's why all hills and trees all going to give answer on behalf of Shukadev not giving answer. Казалось, будто бы, но Шукадев Госвами меня обращал на своего отца никакого внимания. Казалось, будто бы он полностью погрузился в Брахман. И окружающие скалы и деревья отражали крик его отца. Вернуться назад. Шукадев Госвами не стал дожидаться получения первоначальных самскар. Когда рождается ребенок, ему проводятся определенные самскары. Перерезаются пуповины и так далее. То есть все это благоприятные самскары, которые обязательны. Самскар.
Очень много самскар существует, панаян самскара. Начало обучения ребенка. До получения брахманического шнура, к примеру, ребенку не позволяется читать ведические гимны, писания. Когда ребенок маленький, ему проводят определенную самскару, первое кормление зерновыми, когда он выбирает один из четырех предметов, который определяет его природное предрасположение, природные интересы, природную предрасположенность. Точно так же и свадьба — это тоже самскара. При получении саньясы также является самскарой. Итак, Шукадев Госвами не стал дожидаться совершения никаких самскар. Он немедля покинул своих отца и мать, даже не взглянув на них. Его отец бежал за ним, но Шукадев Госвами не обращал внимания. Когда Шукадев Госвами, когда Ясадев Госвами кричал «Путра, Путра», эго вместо Шукадева Госвами произносило «Кавпутра, Кавпутра». То есть «Кто твой сын? Кто твой сын?» На этом примере Махапрабху хотел показать, что и Кришна Бхагаван об этом же говорит, что Шукадева Парамахамса, он Атмарама. Он не полагается на что-то вовне. Не полагается на то, что вовне. Он обрел полное удовлетворение внутри себя. Он не зависит ни от кого и ни от чего. Таков Атмарама, Парамахамса. Шукадев Госвами, Ясадев Госвами тогда решил. Some Bhagavad Sloka in front of him. Don't disturb him. You can go in front of me in the proximity. I mean here, you can stay here. And go on reciting some nice Sloka from Bhagavad. Приблизься к нему и прочти ему какой-нибудь из шлок Шримад Бхагаватам, а потом ты посмотришь на его реакцию. Таким образом, Ясадев Госвами смог поймать Шукадева Госвами. Потому что для того, чтобы поймать птицу, необходима клетка. В противном случае она никак не попадется в руки. These two slogans, though are many
many sloka also. Two men. First one is the description of the beautiful feature of Krishna. Description. Krishna coming back from. Первая шлока говорит о красоте Кришны, о том, как он возвращается с пастбища, как, о том, как мальчики-пастушки весело танцуют. Все тело Кришны усыпано пылью, но эта пыль украшает его. И как сказано в шастрах, не пыль украшает Кришну, а Кришна украшает ее. Это он позволяет ей прикоснуться к своему телу. This description, and the second one is that Putana is Rakshasi. Putana. He like to drink. Rakshasi. Rudirashana. Men like to drink blood. Которая пьет кровь. Wanted to kill Bhagavan Sri Krishna. Она хотела убить Бхагавана Шри Кришну. By applying Kalkut Bish. Which you touch, you can die. So poisonous. That Kalkul beer developed at the time of churning a Kira ocean, you know? Kira ocean, that time. That is called Kalkul beer. Nothing more than Kalkul beer. Kalkul beer is topmost. They wanted to apply, wanted to give. But Bhagavan Singh is no... Бхагаван Шри Кришна — источник всех парамахамс. When mother is busy, some lady going to take birth, take care of one baby. So this is Krishna is the source of all paramahamsa. Krishna источник всех парамахамс. Krishna is the source of all paramahamsa. All people they have no idea. Krishna is the source of all paramahamsa. Everything. So this way we find that Sukadeva Goswami become captivated. Таким образом, мы видим, как Шукадева Госвами стал, как Шукадева Госвами полностью пленен красотой Шри Кришны. Chandan, Tulsi, Agaru offered already unto the lotus of Krishna. That smell when coming, they're feeling reaction. Chakarotesham, Aksharajusamupi, Chittoton. Aksharajusamupi, they used to think about Ekacharvama. But they are also feeling reaction. That's why Mahaprabhu was very happy. Махапрабху был очень счастлив дать объяснение этой шлоки Санатани Госвами. Он объяснил ее самыми разными способами, со всех точек зрения. Санатан, Бхагаван Кришна, having such attraction that even Бхагаван испытывал такое влечение к Кришне. Простите. Шукадев. Испытывал абсолютное влечение к Кришне. И это отражает
весь Шримад Бхагаватам. В Гите сказано, что если те, кто погружен в Брахман, встретятся с возвышенными преданными, они полностью изменят свою концепцию, свое мировоззрение, они привлекутся чистым преданным служением. Брахма-бутха дает какие-то наслаждения, однако они никак не могут сравниться с наслаждениями, которые испытывают гуру и вайшнавы. Бхагаван говорит, Варнашрама дхарма. Существует для того, чтобы упорядочить, организовать этот мир. То есть она не выходит за лимиты материального мира. В мире трансцендентном ей нет смысла в ней. Но в материальном мире она очень важна, и если вы не будете следовать ей, возникнет много проблем. Но когда вы, то есть здесь, в материальном мире, она важна, и ей важно следовать, но когда вы выйдете за пределы материального мира, в ней не будет больше смысла, и чистый преданный за пределами правил и предписаний. Все мы принадлежим к тому или иному ашраму. Мы либо грехастхи, либо ванапрастхи. Мы относимся к одному или иному, к одной или иной касте, к одной или иной категории. К той или иной категории. И, как правило, существуют определенные... признаки, по которым можно легко определить, к какому положению в обществе, к какой категории вы относитесь. К примеру, саньяси носит шафрановую одежду. Но наша атма не имеет никаких атрибутов подобного рода. Шримати Радхарани является высшим идеалом Парамахамс. Бхактивинод Такур, наш Прабхупада. Прабхупада внешне носил саньяса-вешу. То есть он следовал правилам предписаниям саньяса. Однако он, будучи парамахамсой, находится за пределами правил и предписаний. За пределами тех ограничений, которые накладывает саньяса. Многие, даже несмотря на то, что находились рядом с Прабхупадой на протяжении долгого времени, так и не смогли понять его природу, не смогли понять его.
Прабхупада в совершенстве следует Радхаране. Если вы сможете проследить Рада Дасьям в жизни Шрилы Прабхупады, получится огромная книга. То, как он действовал, то, как он смотрел, как он... То есть все это Рада Дасьям. Мы настолько удачливы, что сложно вообразить. Однако наша неудача заключается в том, что, несмотря на то, что мы получили редчайшую возможность, мы упускаем ее, пренебрегаем ей. Вчера мы говорили о том, как Чатуршан встретился с Парамахамсой, встретился с Господом, который принял облик лебедя, облик хамсы. Он говорит, несмотря на то, что читта, материя, интеллект, ум, человек, то есть это всего-навсего титулы, которые присваивает человеку майя. То есть все отождествления человека — это титулы, которые присваивает майя. Почему вы испытываете те или иные эмоции, чувства? То вы счастливы, то вы о чем-то беспокоитесь. Все это влияние майя. Атма очень... Майя очень тонка, едва заметна. Все равно, что привидение. Когда привидение вселяется в человека, то есть прежде чем это сделать, привидение смотрит, насколько вы поддерживаете стандарты чистоты и получится ли у него, то есть он прикидывает, сможет ли он вселиться в этого человека. То есть прежде всего он оценивает, сможет ли он покрыть сознание того или иного человека. Если нет, он не пойдет на риски, он не приблизится. Мне жаль это говорить, но я обязан для того, чтобы рассказать вам о чистом этикете. Так вот, люди заняты грязными вещами. Если я сейчас начну говорить вам о вайшнавском этикете, о принципах чистоты, для вас будет это очень обременительно. То есть какие-то отдельные правила, что одни должны сидеть здесь, другие там. Тут нельзя садиться, тут принятие омовения, какие правила касаемо приема прасада, что учиштха должна храниться отдельно, не должна соприкасаться с предметами нашего пользования. Нельзя тарелку, с которой вы только что поели, складывать в карман. Если вы что-то не доели, вы думаете, что я очень злой, поэтому говорю так. Но я говорю это для того, чтобы предостеречь вас от тех трудностей, с которыми вы можете столкнуться, если не будете следовать правилам чистоты. Правила посещения туалета.
Когда вы садитесь, вы должны проверить, чисто ли это сиденье, не осквернено ли оно. Когда кто-то прикасается, когда кто-то осквернен и прикасается к вам, вы сами становитесь оскверненным. Внешняя и внутренняя чистота должны поддерживаться, мы должны поддерживать их. Но когда мы достигнем уровня Парамахамсы, не будет никакой необходимости поддерживать чистоту. Вспомните, я говорила о Мадхавендра Пурипаде. Он Парамахамса Шрештха. И вспомните, как я говорил о том, что он говорил, мне некогда мыться, я полностью занят служением. Но часто преданные не нравится, когда я начинаю говорить о правилах. Они не понимают, что я говорю это лишь для их, ради их блага, для того, чтобы они смогли развиваться, совершать прогресс. Примерно год назад на Бенгале я говорил Парампуджипад Кешава Госвами Махарадж. Где-то рядом с Калькуттой проходил фестиваль. И Кешава Госвами Махарадж давал харикатху на сцене, после чего состоялся большой пир. Во время которого и одна матаджа до начала пира, она помогала резать овощи. Один старший брамачари попросил эту матаджу, спросил ее, ты инициирована? Нет. Ты получила харинам? Нет. Эта матаджа уже очень много чили приготовила. Он взял это чили и выбросил в Гангу. Она начала плакать, горько плакать. О случившемся донесли Шили Кешава Госвами Махараджу. Тут же Кешава Госвами Махарадж утешил ее. «Садись, я дам тебе харинами дикшу». Это была очень, очень хорошая женщина. Она... Ее звали Гириджама, ученица Шили Кешава Госвами Махараджа. И до последних своих дней она служила Гуру и Вайшнавам, ей позволяли делать это. То есть после случившегося она была очень осторожна, искренне, очень, то есть внимательна по отношению ко всем правилам чистоты. И когда Кешава Госвами Махарадж спрашивал, ему предлагали какой-то просад, он спрашивал, кто готовил пхогу. Ему говорили, она готовила, и он говорил, приносите. Однажды в Гокул Махаван Матхе был большой праздник, еще Бхактивинода Тиртха Госвами Махарадж уже прибыл. Между тем одна матаджи пришла и начала резать сабджи для пира. Оказалось, что эта женщина была сквернена. И это не совсем правильно. То есть в таком состоянии нельзя прикасаться к пхоге, потому что она потом предлагается божествам. И будет правильно, если каждый сам будет поддерживать чистоту, поскольку у вайшнавов нет времени следить за тем, чтобы каждый следовал ей. Если я не испытываю удовлетворения То есть, если я не ощущаю очищение после того, как я
подумал о Джаганатхе, то есть представил перед своими глазами, меня даже человеком нельзя назвать, я животное. Потому что Джаганатх — это тот, кто дарует настоящее очищение. Но, то есть это еще один из видов очищения. Но тут главное не быть лицемерным. То есть честным с собой. Действительно ли я могу так открыто перед собой видеть Джаганатха? I can speak this in English, it's very important. In Purvasram, one sister of Paramahansa Sridhara Goswami, later on, she came and took shelter unto lotus feet of Sridhara Goswami. Not as a sister, as a disciple. Like the sister of Shila. Бхактивал Батирский, Госвами Махараджа, к примеру, получила посвящение у Шилы, у него. То есть она пришла к нему не как сестра, а как ученица. И точно так же сестра Шилы Бхакти Кшидар, Госвами Махараджа, получила у него посвящение. Она также жила в Мадхе и поддерживала все чистоту, все высшие стандарты чистоты. Начала Бхакти Виган Бхарати, Госвами Махараджа, также из брахмачарской семьи. И как он принял просад? Он принял просад, и когда кто-то звал его в это время, он прекращал принимать просад и больше не ел. То есть это такие высшие стандарты чистоты, которыми поддерживают лишь браманы высшей категории. То есть имеется в виду это таким стандартом, он привык к своего детства. Потом, получив посвящение, и все стало иначе. Так вот, эта сестра Шрила Махараджа поддерживала такие стандарты чистоты, что весь храм не любил ее. Однажды Шрила Шридхар Госвами Махарадж сказал: «Убирайся, уходи отсюда. Ты что думаешь, они осквернены? Ты думаешь, они оскверненные? Они не саду, они не вайшнавы, они тут баджаном не совершают, не занимаются». То есть смысл в том, что то есть почему важно поддерживать чистоту? Она очень важна. Однако ментальная чистота, чистота нашего ума важнее. Можно по 5 раз на дню принимать омовение, одевать чистую одежду, но если чистоты ума нет, это бессмысленно. Может быть, и неплохо мыться по 5 раз на дню, но главное — это чистота ума. После того, как Шрила Шридхар Госвами Махарадж сделал ей замечание, она приспособилась к жизни в Мадхе и перестала делать всем замечания. Джамамба из Рамайны, простите, жена she started speaking all rubbish. So rubbish
She left everything, I mean the Guru Patni, and gone to husband speaking, the wife of Ramanujaji, your disciple, speaking this way. Then Gurudev keeps silence. Однажды Джамамба обругала жену брахмана за то, что капля из ведра с водой, которую она набирала, попала в ее ведро. Жена брахмана рассказала ему об этом. Брахман сказал, то есть так или иначе, Джамамба была женой Рамануджа Ачарьи. Из-за возникшего конфликта Рамануджа Ачарья решил отказаться от своей жены. Он принял саньясу и покинул дом. Он полностью предался Шри Гуру. Почему я говорю об этом? То есть смысл в том, что это чрезмерное следование правилам и предписаниям, из-за которого вы можете нанести оскорбление Гуру и Вайшнавам. Это очень опасно. Чистые преданные, когда приходят откуда-то извне, то есть, допустим, они приехали откуда-то и ехали на поезде, пришли в храм и сели, не приняв омовения. Мы не должны воспринимать их как оскверненных, потому что Кришна в их сердцах, поэтому они очищены, одухотворены одной лишь концепцией Кришны. Однако Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж всегда почувствовал чистоту, так или иначе. И очень-очень много раз он говорил, вы должны быть внимательны по отношению к чистоте, вы должны поддерживать чистоту на кухне, в алтарной, и не позволяйте кому попало входить в алтарную, готовить и занимать вьясасану. Шридхар Госвами Махарадж очень часто говорил об этом. Итак, Бхагаван говорит, майя присваивает дживе различные титулы, что есть джива упадхи. Ваше имя, ваше грубое тело, тонкое тело, квалификация, которой вы якобы обладаете, ваш банковский счет, все это ложное отождествление, ложные титулы, которые дает вам майя. Почему они ложные? Потому что они не существуют на протяжении... То есть они временные. Спустя какое-то время их не будет. То есть мы не смотрим на них с точки зрения майявади, которые проповедуют, что весь этот мир словно сон. Да, материальный мир существует, бесспорно, но в один момент он будет разрушен. Майявади заявляет, что все это не что иное, как сон. Но как же сон, если мы отчетливо можем осязать те или иные предметы, себя и так далее?
когда Шрила Бхактивиддханта Госвами Махараджу было 46-50 лет, он отправился в область Харидвара. Там он собирал мадхукари, проповедовал. Однажды он, и тут он постучал в один дом. Вышла одна толстая женщина. Тиртха Махарадж сказал: «Я от моего Гуру Махараджа, от такого-то общества, мы собираем пожертвования. Если вы дадите что-то, вы получите огромное благо, поскольку мой духовный учитель необыкновенная личность». А эта женщина стала улыбаться в ответ и сказала: «Все это сон, все это сон». Она была в Майаваде. Шрила Тиртха Махарадж не знал об этом. То есть она рассмеялась и сказала: «Все не что иное, как сон, нет реальности». Что бы ни сказала Тиртха Махарадж, она ничего не принимала и на все говорила: «Это сон, это сон». И тогда Тиртха Махарадж разозлился и сказал: «И что же, ваше тело тоже это все, на все сон? И ваш дом это сон?» Он очень разозлился. Итак, Чайтанья Махапрабху говорит: Наши Гауди Асаду говорят: наши Гауди Вайшнавы полностью опровергают теорию Майявады и объясняют, что этот мир реален. Что бы ни происходило с телом и умом, все это дживатма принимает как то, что происходит непосредственно с ней. Но это не что иное, как влияние майи. Кришна говорит Удаве: это титулы, ярлыки, навешанные майей, но ложное отождествление, но не так легко избавиться от них. Джива настолько привыкает к материи с незапамятных времен. Дживатма соприкасается, очень тесно соприкасается с материей. И она настолько больна, что если вы попытаетесь объяснить ей, что она не представляет собой одно целое с материей, она не поверит. Об этом же говорит Бхагаван Шри Кришна в Гите. Is a question of degradation of your consciousness.
Атма чиста. Она не может пасть. Она чин мой, яна мой, пракаш мой, ананда мой. Соответственно, она никак не может пасть. Но суть в том, что то есть мы оцениваем людей по их сознанию. В нашем вайшнавском обществе мы оцениваем людей не по их статусу в обществе, а по уровню их сознания. Так по внешнему оценивают лишь глупцы. Но ценность человека заключается в уровне его духовного развития, его уровне развития его сознания, которого он достиг. Итак, все зависит от развития сознания, степени развития. Можно настолько опуститься, сознание может настолько низко пасть, настолько низко опуститься, что вы станете хуже животного. Я прошу вас, поэтому я прошу вас, не теряйте возможность, не теряйте эту редчайшую возможность. Кто знает, будет ли у вас в будущем еще шанс, подобный этому. Завтра мы должны ускориться с нашим чтением. На сегодня я должен остановиться, поскольку время вышло.